Всем привет! Поговорим про всеми любимый Play to Earn, а именно рассмотрим интересный NFT-проект под названием Magic Craft Game. А проект относительно новый, разрабатывается с 2021 года, а запуститься планируется в 2023 году. Рассмотрим сайт проекта, персонажей, которых уже успели создать, посмотрим дорожную карту, а самое главное, узнаем, какими способами мы, как игроки, сможем зарабатывать. Magic Craft — это play-to-earn кроссплатформенная MMORPG в мире фэнтези. Перейдя на сайт проекта, первое, что мы видим, это подать заявку на бета-тест. Если заинтересовались проектом и есть желание поучаствовать в бета-тесте, а у вас есть такая возможность. Далее идет небольшое описание игрового процесса. Если умереть в сражении, можно потерять деньги и предметы. А зарабатывать мы сможем с помощью криптовалюты MCRT. А за последний месяц цена токена увеличилась в 5 раз. 11 августа выложили трейлер игры, а с ним мы тоже ознакомимся. Чтобы войти в игру, нужно ввести никнейм и номер MetaMask. Будет две версии игры для ПК и мобильных устройств. Хочу отметить анимацию способностей персонажей. Яркие скиллы, яркие герои — это сочетание дает реально эпические бои. Команда у проекта большая, состоит из 29 человек. У основателя есть свой канал на ютубе, который называется James Crypto Guru. Отличительная особенность данного проекта от других заключается в том, что у них на сайте есть раздел, где вы можете ознакомиться с вакансиями, которые открыты. Например, дизайнер пользовательского интерфейса или консультант по социальным сетям. Просто подайте свою заявку, приложите портфолио, и, возможно, именно вас возьмут в команду. В разделе «Игра» мы можем найти пошаговое руководство. Как предлагает сайт, нам нужно выбрать персонажа, который обладает уникальными доспехами, умениями, оружием и другими атрибутами. Начав сражение, можно вступить в уже существующий клан или создать собственный. Конечно же, самое главное – начать зарабатывать с помощью нативного токена проекта MCRT. В галерее мы найдем скриншоты из приложения MVP, 3D-модели персонажей, дизайн персонажей, оружия и замков, а также концепцию игрового процесса, самих персонажей и карты. Теперь давайте посмотрим дорожную карту. Успевает ли команда справляться с поставленными задачами? Задачи на 2021 год все выполнены, за 2022 первый и второй квартал тоже все закрыли. А задачи на текущий квартал такие: создать трейлер игрового процесса, разработка системы гильдий, расширение мира, запуск закрытого бета-тестирования, запуск MVP и активация экономики. Команда явно работает над проектом, так как трейлер уже выпустили, а на бета-тест можно записаться. Касаемо нативного токена проекта, купить его можно через Trust Wallet и PancakeSwap. Есть два подробных видео того, как можно приобрести данный токен. Также MCRT торгуется и на централизованных биржах, это MEXC и BitMart. Еще из интересного – это стейкинг. MCRT можно стейкать прямо на сайте. Ожидаемая прибыль – 31,35% в год. Чтобы посчитать, какую прибыль принесет вам данная инвестиция, создан калькулятор рентабельности, где можно указать сумму и период стейкинга. Подводя итоги, что можно сказать о проекте? Во-первых, у него большая команда, которая справляется со всеми поставленными задачами, а нативный токен этого проекта даже на падающем рынке за последний месяц смог вырасти в 5 раз. Монетизировать прибыль можно через налоги и сражения, но полной информации пока нет. Кстати, разработчики планируют вывести свой проект в топ-1 среди Play-to-Earn игр.